У меня в руках, друзья, находится GoPro Hero 7. И это означает, что мы находимся в будущем, а именно в сентябре 2018 года. Эта камера еще не поступила в продажу. Вот-вот, в ближайшие дни ее будет продавать по всему миру. Но так как я являюсь представителем этого бренда, мне посчастливилось получить ее одному из первых в мире. Поэтому в ближайшее время я сделаю подробнейший обзор, как я буду ее использовать на волнах. Кайтом, серфом, не знаю, может, на скейте покатаюсь. То есть, в принципе, все то, что я делал до этого на GoPro Hero 6, скорее всего, я теперь буду делать на GoPro Hero 7. Вот держу ее в руках и сразу хочу сказать, что отличий от шестерки внешних я не вижу. Она просто стала другого цвета, черная. Ну, в принципе, мне и удобно. До этого у меня была серая камера, а теперь стала черная. Соответственно, будет легко определить, когда ты выбираешь, какую камеру тебе взять в руки. Потому что до этого все камеры были серые, и там пятерка от шестерки не отличалась ничем, кроме маленькой надписи, которую еще попробуй разбери. Это очень удобно, то, что стало черного цвета, и удобство в том, что все ваши предыдущие крепежи, они абсолютно подойдут под эту камеру. То есть преемственность у GoPro сохранилась, и это хорошо. Ну что, теперь открываем, смотрим, что у нас там в упаковочке. Так, как ее открыть? А, вот здесь вот надо сорвать пломбу. Опачки. Так. Ну вот сама камера, все как обычно, установлена на такой рамке. Сейчас мы ее снимем. Ага. Все точь-в-точь, как в шестерке. Как в пятерке. Так, что внутри? Ну, здесь инструкция, что нужно ее зарядить. Понятно. Две наклейки. Инструкция. В том числе на русском языке, обратите внимание, друзья. Очень удобно. Так, здесь у нас внутри наклеечки на шлем. Можно на машину использовать, не знаю. Миллион таких уже у меня девайсов. А, зарядный шнур. Ну, все так же, как и на шестерке, на пятерке. Этот шнур стандартный. То же самое могу сказать про аккумулятор. Он тоже стандартный. Все, больше в коробке ничего нету. Так, ну что, попробуем включить. Надеюсь, аккумулятор имеет хоть какой-либо заряд. Открываем рамку. Так. Ага, здесь все тоже точно так же. Вставляем батарейку. Закрываем рамку. Снимаем защитную пленку. Видите, здесь черепашка нарисована. Так. Нажимаем на кнопку включения. Опачки, GoPro 7 Black, сразу пошла какая-то реклама. Видно? Выбираем язык. Русский. Отлично. Соглашение. Ну да, согласен. GPS, ну пусть включит. Так, ну и потом предлагает нам установить на приложение на GoPro на телефоне. У меня есть такое приложение. А, телефон я выложил. Ладно, сделаем потом, неважно. Так, окей, пропустить эту настройку. Дата, сегодня у нас какое? 25-е? 25-е. 25-е сентября, это 9-й месяц. Так, год 18-й. Время, ну сейчас что-то типа около полудня, да? Окей. Все, вот она включилась. Ага, сразу видно, что изменился интерфейс. Смотрите, какая фишечка появилась.
То есть он теперь понимает, что я хочу снимать, например, вертикальное видео, чего не было раньше. Чем удобно, например, если вы делаете видео для Instagram Stories там, или для своей Facebook истории. Ну, вообще сейчас вертикальное видео в тренде. И как бы иногда я лично уже снимаю там, не знаю, процентов 80 все-таки горизонтального видео, но 20 вот для таких каких-то там, о, я пришел на пляж, там, чик, снял там, вот я там катаюсь на волне. Ну, я не знаю, какие-то такие коротенькие истории я делаю вертикальные, ну, одноразовое видео такое, знаете, типа вот, что я делаю в данный момент, чтобы поделиться со своими друзьями, своими подписчиками в Инстаграме, там, в WhatsApp, в Фейсбуке. То есть, в принципе, сейчас сторис и вертикальные видео поддерживают все. Ну, я думаю, что большинство зрителей все-таки смотрят видео на смартфонах. И, соответственно, им лень переворачивать видео. И, соответственно, если оно вертикальное, они очень радуются, им не надо этого делать. И вот GoPro это поддержало, и... Соответственно, очень легко теперь снимать вертикальные видео. Не нужно будет монтировать отдельно, там, переворачивать его. То есть все очень просто делается в руках. Так, что еще мне здесь интересно? Мне хочется посмотреть режим гиперлапс. Ой, точнее, гипервраб. Это таймлапс, который... Слушайте, честно говоря... А, вот, видео в режиме таймварп. Так, ну это мы, наверное, сейчас чем-нибудь интересное подснимем отдельно, да, уже на эту камеру. О, сейчас, у меня есть идея одна, как мы таймврап снимем, прямо вот здесь вот. Так, что еще очень интригующее в этой камере, так это анонсированный гиперстабилизатор. То есть стабилизация заявлена, ну, типа как у трехосевого гимбала. Я не знаю, это вообще реально. Если это реально, то это просто будет прорыв. Вот, это мы тоже с вами потестируем чуть-чуть позже. Так, я даже просто не знаю, как это включается. Знаете, друзья, меню реально новое, надо разбираться. Вот так вот, достав из коробки, в силу того, что я весь заточен на меню GoPro 6.5, а оно здесь отличается, мне нужно некоторое время, чтобы в нее вникнуть. Поэтому я надеюсь, что вы останетесь с нами, и мы продолжим обозревать эту новинку. Так, ну что, сейчас мы потестируем режим Time Wrap. Для этого выбираем... Вот здесь вот видео в режиме Time Warp. То есть, грубо говоря, это будет таймлапс со стабилизацией. Мы специально пригласили циркового актера Дмитрия. Вот, Дмитрий сейчас будет жонглировать, и мы будем вокруг него ходить. Итак, я запускаю видео, мы начинаем. Дим, поехали. Вообще бомба.